Однажды на владыку Иоанна Максимовича поступила жалоба. Незадолго до этого он прибыл на епископскую кафедру в Париже и по своему давнему обыкновению ходил по французской столице босиком. Многим прихожанам это не понравилось, и они направили на него жалобу предстоятелю русской зарубежной церкви, митрополиту Анастасии. В ней они просили, чтобы первосвятитель приказал владыке Иоанну носить обувь и не смущать людей. Митрополит написал владыке письмо, а обрадованные этим прихожане поспешили преподнести своему архипастырю новые ботинки. Владыка принял дар, поблагодарил и с тех пор везде носил ботинки под мышкой. Снова жалоба митрополиту. Снова он пишет владыку Иоанну о послушании и получает от него ответ: «Ваше предписание исполнил. Вы писали, чтобы я носил ботинки, но не написали, чтобы я их обул. Вот я и носил их, а теперь обую». И святитель Иоанн Шанхайский зашагал по Парижу в ботинках.